Добрый день, хозяйка. Здравствуйте, здравствуйте. Рада приветствовать на нашей земле. Как вы здесь поживаете в Коровчино? Я хочу сказать, отлично. Бесшумно, тихо, спокойно. Расскажите, что вы больше любите, огород или цветы? Нет, конечно, цветы. Огород тоже хорошо, но на огороде надо много очень работать. И поскольку я на пенсии, не всегда получается иметь, так сказать, чистый огород. Вот именно, что надо буквой «Ж» становиться. А цветы посадил, ну, прополол. Они меня очень радуют. Они цветут, сами радуются и меня радуют. Сезон заканчивается успешно. Все успели убрать. Что не доубирали, доубираем. Что не досеяли, досеем. И завтрашний день, он как на ладони. Другого быть просто не может. Мы рады этому. Как живется? Живется, как и всем. Кто хочет жить, тот живет, трудится. Условия все есть. Условия для работы, для жизни. Урожай вырос, убрали. Сейчас заготавливают кармана зимнестойловые периоды. Работа продолжается. В сельском хозяйстве всегда работа есть, круглый год. Поэтому и работа нормальная, и зарплата достойная, можно сказать. Так как бы нормально все устраивает. Расскажите, сколько людей у вас работает? Здесь на данный момент работает вместе со мной 15 человек у нас. И все коровчинские? Все коровчинские, да. Все коровчинские люди, все только с Коровчина работают. Хорошие люди в Коровчино, трудолюбивые? Да, нормальный хороший. Ну, коллектив хороший. Коллектив очень, ну, хороший коллектив, работящий, нормальный коллектив. Как детки маленькие, за ними надо хорошо ухаживать. За что они вам нравятся? Ну, я не знаю, мне просто эта работа понравилась. Полюбила эту работу. Почему? Ну, не знаю, просто вот нравится и все. С малыми телятками. На участке Коровчина недостаточно седажных траншей для закладки корвов, для общественного поголовья. И мы хозспособ практически не в состоянии, еще не заработали денег так много, чтобы полностью обеспечить себя траншеями для качественного хранения и заготовки. Вот огромное, конечно, спасибо в этом году губернатору нашей области за ту финансовую поддержку. Нам выделили деньги, и вот строится сейчас буквально две траншеи по объему по 2000 тонн. Перспектива есть возможность развиваться. Ну, как говорится, будущее впереди все-таки нашего хозяйства, я так надеюсь.
Привет, привет! Вам нравится ваша работа? Да. За что? Моя работа. Мне нравятся дети, мне нравится с ними общаться. Это хорошо, это позитив. Детское счастье, в любви, может быть, чтобы радостные были, добрые, любили их, да, Ян? Да. Да. Что мне тут прицепили? Да. А посмотри туда. Посмотрим? Хочу для них, чтобы они жили в мирной стране, прежде всего мирного неба, чтобы они были любимы, чтобы они выросли достойными людьми, чтобы у них все было всегда хорошо. Коля школы росло шмат молодых кленов. Легкий ветрык налетел на древы. Мне просто нравится очень писать, сочинять. Про что? Например, про лето, осень, там, про счастье, про школу. Там. О, ты нам расскажи, что такое счастье. Мы все пытаемся узнать, что такое счастье. Счастье – это когда ты очень доволен и рад. А ты счастлив? Я – да. Тогда поулыбайся, Дианя. Дорогие ребята, а сейчас мы с вами проведем физкульт-минутку, посвященную нашей теме «Беларусь». Предлагаю вам встать. Предлагаю. Так, расслабиться и немножко отдохнуть. Чему может радоваться учитель в сельской школе? Тому, что они бегают вот здесь и наслаждаются такой прекрасной погодой. Их у нас 67. Все они замечательные, креативные, талантливые, трудолюбивые, любящие свою родину и, самое главное для нас, свою малую родину. Мы очень хотим, чтобы все они вернулись назад в свою маленькую деревню и все делали для того, чтобы их малая родина жила. Это самое главное для нас. Вообще, это дом ремесел. У нас коллектив наш небольшой, 5 человек, всего женщин. Все примерно одного возраста, уже всем девочкам за 50. Вот. Но мы очень активные, мобильные, подвижные. И вообще дом ремесел у нас, коллектив освоил 11 ремесел уже. Ну и хорошо вам в Коробчино? Ну а как? Конечно, хорошо. Конечно, мы что-то уже прижились. Мы вот у меня в коллективе все практически коснулись чернобыльской беды. Мы практически все переселенцы. И уже родина у нас тут. У нас тут выросли дети, внуки уже. Так что, ну да, все, это родина уже наша. Дети иногда приходят, обуваем лапти, спрашиваем, ну как хорошо, ой, не, неудобно.
Это же тоже, все это наше поколение старшее, бабушки, даже отец мой еще ходил в лаптях. Они все это прошли. Поэтому надо ценить жизнь. Ценить то, что мы имеем, и радоваться жизни. Я не знаю, кстати, почему все стремятся в большие города. У нас здесь не хуже, может быть, даже и лучше. Смотрите, какая у нас здесь замечательная природа, какие у нас добрые, отзывчивые люди. Замечательно. Я работаю в школе, и мне очень нравится моя работа. Наши детки очень ответственные, понимающие, работящие. Ну а как же не петь, как же не танцевать, если этого просит душа? Танец коровчинские страдания! На весельях и в розные святы танцевали завжди у нас богато. Танцы неповторные, селянами створены. Как вам теперь танцуется в современном Коровчино и поется? Вот так и продолжаем танцевать. Уже более 30 годов мы занимаемся этим. Мы продвигаем это наши танцы бытовые и учим наших детей. Очень люблю все стародавнее. Не только танцы, но и песни. И живу этим. Хожу... Мне уже 70-й, но я хожу уже не знаю сколько лет, наверное, под 40 в этот коллектив. Коллектив прекрасный, настроение позитивное, все замечательно. Когда-то приезжали сербы, вот, и они сказали, делай, вот, им понравилось, что это именно сельское. Именно сельское. Говорит, нам вот этот камень, кирпич, дорожки эти, это самое, говорит, до того уже надоело. Говорит, у тебя хоть можно по траве походить, дай просто это самое, даже поваляться приятно на траве. Нравится всем, кто приезжает к нам отдыхать с Могилевской области, кто приезжает, все. Также помогаем, наверное, населению в плане того, что даем работу, соответственно. Ну а жить здесь и находиться, заниматься только агроусадьбой, без разведения, наверное, птиц и животных, это большой грех, потому что столько земли пустует. Жителям Коровчино и Дрибенщины крепкого всем здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.